Чувашия улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге России. Организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг по итогам прошедшей весны. Чувашия заняла первое место в ПФО и 7-е по России. Государственная итоговая аттестация в вузах Чувашии проходит в новом формате. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой студенты-выпускники сдают экзамены в онлайн-формате. Так, за первую неделю экзамены онлайн сдали более 150 выпускников на юридическом факультете ЧГУ. Подготовка к экзаменам в новом формате шла больше месяца. На выпускающих кафедрах адаптировали экзаменационные билеты под новые условия и интерактивный формат. Провели несколько этапов тестирования вебинарной платформы и обучили работе на ней выпускников и членов Государственной экзаменационной комиссии.